Всем доброе утро! Сегодня у нас 21 день нашего онлайн-марафона «Способность быть, действовать и творить осознанно». Это завершающая практика, и давайте мы сейчас ее сделаем. И сегодня по ощущениям, по вибрациям мы с вами сделаем практику принятия всего, что есть, и себя в этом. Принятие своего опыта любого, принятие себя, тела, родных, близких, особенно родителей, окружения, неважно, живы они или нет. Принятие иллюзорности, реальности, принятие того, что вы ощущаете, любые ощущения, которые вы испытываете, либо нехваток, либо ограничений, либо упущенных возможностей, упущенной силы и любые-любые чувства, мысли, которые вы испытываете, что бы вы ни испытывали, сегодня мы с вами примем и окунем все это глубоко-глубоко в священное пространство вашего сердца, в единое сердце, в любовь для преображения. С таким пониманием, что чем больше мы что-либо отвергаем, вытесняем, чем больше мы чему-либо сопротивляемся, тем больше мы закрываемся от себя, тем больше мы отделяем себя от жизни, от родных, близких, от других людей, от мира, от всего живого. Чем больше у нас отрицания и непринятия аспектов, ситуаций, жизни, потерь всевозможных, как нам это кажется, тем больше страдания, тем больше расчарования. И, соответственно, отсюда наступает и депрессия, и безысходность, и бессилие, и разделенность, и непонимание, что делать, и неверие, и в итоге апатия, нежелание жить, и в итоге мы не живем, хотя вроде как живые. Мы с вами таким образом закрываем путь вверх, движение вверх по спирали эволюции. И когда мы это делаем, отрицаем и закрываемся от мира, отрицаем, вытесняем все из себя, отделяемся. Так или иначе, хотим мы того не хотим, проекции нашего ума мы начинаем проецировать на внешний мир. И видеть все то, что нам не нравится, не нравилось себе, когда-то даже сквозь все времена, сквозь все воплощения видеть это в других, в мире, в жизни, в экономике, в политике, в итоге и в приближенном окружении, и в отдаленном окружении. Проецируем, и от того, что нам не нравится внешний мир, мы закрываемся и от внешнего мира. Мы закрываем путь вперед. Поэтому сегодня давайте мы настолько, насколько это возможно, примем все то, что мы отрицали, потеряли, от чего отказались, чему сопротивляемся, от чего закрываемся, что осуждаем, что неприемлем. И прямо сейчас присаживайтесь комфортно, руки, ноги не перекрещиваем, спина прямая. И призовите ваше божественное присутствие. Я есть присутствие. И давайте мы выразим намерение, чтобы практика для каждого из нас произошла самым глубинным, благостным, комфортным, изящным, наилучшим и наивысшим осознанным образом. И, как всегда, принесла самые наилучшие, наивысшие результаты, плоды, осознания и пробуждения. А сейчас почувствуйте и расслабьте ваше тело. Почувствуйте, расслабьте стопы. Воспримите, ощутите энергию, пространство, объем. Внутри стоп и снаружи. Почувствуйте и расслабьте икры, колени, бедра. И ощутите, воспримите, осознайте энергию, пространство, объем внутри икр, колен, бедер и вокруг, снаружи. Почувствуйте и расслабьте живот, грудь,
плечи, руки, кисти и воспримите, ощутите, осознайте энергию пространства, объем, вибрацию внутри живота, груди, плеч, рук, кисти и вокруг, снаружи. Почувствуйте и расслабьте спину, позвоночник. Ощутите, воспримите, осознайте энергию, пространство, объем внутри спины, позвоночника и снаружи. Почувствуйте и расслабьте шею, голову. Воспримите, осознайте. Ощутите энергию, пространство, объем внутри шеи, головы и вокруг. Почувствуйте и расслабьте мозжечок, воспримите, осознайте, ощутите энергию, пространство, объем внутри мозжечка и вокруг головы. Почувствуйте и расслабьте лоб, лицо, правое, левое полушарие. Воспримите, осознайте, ощутите энергию, пространство, объем внутри головы, внутри правого, левого полушария, в центре лба, вокруг головы. Почувствуйте и расслабьте кожу, мышцы, скелет и воспримите, ощутите, осознайте энергию, пространство, объем внутри тела, мышц, скелета и вокруг тела. Еще раз почувствуйте, расслабьте каждую клетку тела, каждый орган, каждую систему, все тело и воспримите, осознайте энергию, пространство, объем всего тела и внутри, и снаружи. Замечательно. А сейчас фокус внимания в центре груди.
и мы входим в священное пространство нашего сердца. И ощущаем, воспринимаем, осознаем энергию пространства, объем священного пространства вашего сердца и видим, как тут же оно расширяется до вечности бесконечности и становится единым, с единым сердцем, с самой жизнью, с вечностью бесконечностью, с безграничным полем потенциала, энергии, безусловной любви, глубокое тета. Глубокая дельта. Вечность, бесконечность. Безграничное бытие. Сознание блаженства. Пространство безусловной любви, поле нулевой точки. И погружаемся еще и еще глубже, еще больше расслабляемся и еще больше погружаемся, ощущаем безграничное, безграничное пространство единого сердца, безусловной любви. И прямо сейчас тело уже ощущает определенные вибрации. Давайте, чтобы вам было проще принимать и окунать, преобразовывать, наблюдать за этим процессом. На самом деле мы только наблюдаем и ощущаем, конечно же. Я предлагаю запустить бары. И затем мы просто будем принимать, повторять мантру и ощущать, погружаться и наблюдать за процессом, доверяя тотально самой жизни. Итак, полоса имплантов, полоса имплантов, полоса имплантов. Время, пространство, коммуникация. Время, пространство, коммуникация. Время, пространство, коммуникация. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Мир и спокойствие, доброта, благодарность. Мир и спокойствие, доброта, благодарность. Мир и спокойствие, доброта, благодарность. Деньги, контроль, созидание. Деньги, контроль, созидание. Деньги, контроль, созидание. Созидание, создание связей, создание жизненных форм. Созидание, создание связей, создание жизненных форм. Созидание, создание связей, создание жизненных форм. Формы и структуры надежды и мечты, контроль восприятия, соединяющий бар. Формы и структуры надежды и мечты, контроль восприятия, соединяющий бар. Формы и структуры надежды и мечты, контроль восприятия, соединяющий бар. Тостер старения, тостер старения, тостер старения. Круг манифестации, круг манифестации, круг манифестации, точка создания, точка разрушения. Подан пок, подан пок, подан пок. Клеточная память, включись. И еще раз глубокое тета. Дельта.
И начните с себя, с тела, с того, что прямо сейчас ощущаете. Будут приходить какие-то мысли, образы, картинки, память о чем-то, люди, ситуации, любые чувства, любые эмоции. Мы просто говорим: «Я принимаю тебя и себя». Я принимаю тебя и себя. Я принимаю тебя и себя. Я принимаю тебя и себя. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе
и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. И в промежутках между словами окунайтесь еще глубже. Расслабляйтесь еще больше. Чувствуйте себя, чувствуйте то, ощущайте, воспринимайте то, что вы желаете и можете принять и отпустить, преобразовать. Про себя также можно говорить «да», «да», «да» в промежутках между словами. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Если хочется двигаться телу, то двигайтесь. Я прямо сейчас, например, положила свои руки на почки, чтобы дать выход энергии фрустрации, потому что в группе она есть. Можете сделать то же самое, если желаете. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе.
Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю себя в тебе и тебя в себе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Дышите глубоко, выдыхайте все то, что поднимается в теле, и погружайтесь глубже для глубоких преображений и глубокого наполнения безусловной любовью. Я принимаю себя в тебе и тебя в себе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю тебя в себе и себя в тебе. Я принимаю себя в тебе и тебя в себе.
Я принимаю себя в тебе и тебя в себе. Я принимаю тебя и себя. 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 А сейчас, погрузившись еще глубже, расслабившись еще больше, примите дары от жизни, от предков, родных, близких. Примите свою силу, примите свой потенциал, возможности, осознайте их. И если бы прямо сейчас у вас была возможность получить абсолютно все, что вы желаете, что бы вы попросили у мира, у жизни, у Бога, у родных, близких, у предков? Скажите об этом и примите это как энергию, как дар в виде образа, энергии, вибрации, знания, чувствования. Какое-то время я буду молчать, а вы займитесь этим творческим процессом. Примите все то, что вы хотите получить, чего, может быть, вам не додали, не хватает, либо вы потеряли. И примите, синтегрируйте это в себе, в вашем теле, в ваших клеточках, в вашем сознании, в ваших структурах, в вашем пространстве, в вашем сердце. С легкостью, благодарностью примите, попросите и примите. И знайте, что раз вы попросили, вы тут же это получили. Творец, покажи мне.
Очень хорошо. А сейчас давайте мы выразим безграничную признательность и благодарность, полная многомерная интеграция и синхронизация. И сознанием мы опускаемся в центр Земли, заземляемся, заземляем энергии, выражаем благодарность и признательность Матушке Земле. В самом-самом сердце Земли мы формируем сознанием энергию кундалини Земли и поднимаем эту энергию к поверхности через стопы до коронного центра и посылаем свой лучик любви из глубины сердца Богу-Творцу, высшим силам, высшим аспектам, и возвращаемся в центр груди и открываем глазки. На этом мы завершили нашу практику и наш марафон, и эту практику, и практику прощения, благодарности, любви к себе, которая есть в YouTube, можно делать тогда, когда вы чувствуете это, можно делать несколько дней подряд, 21 день и так далее. Это как вы желаете, все, весь ресурс для вас. И, безусловно, со своей стороны я выражаю вам безграничную признательность и благодарность за ваше участие, за ваш вклад и в мир, и в свою жизнь, за ваше терпение, трудолюбие, любовь и всем чудесной жизни, осознанного створения наилучшей и наивысшей версии себя и реальности в любви, благодарности, прощении, принятии, смирении, в творчестве и в осознанности. И с вами была Татьяна Бодинкин. До скорых встреч!